Из книги «Открытым оком», том 26, тема Лапкин книги, вопрос 3770. В книге «Открытым оком», том 24, вопрос 3683, о ваших книгах, ответ священнику. Сменил ли он гнев на милость в отношении ваших книг? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Оказалось, что там, что не было там гнева. Этот батюшка очень добрый и не раз помогал нашему лагерю стану. Недавно уже присылал и ответ. Ни в коем случае не думайте, что я умышленно хотел вас обидеть. Вы сами пишете, что только и получаешь всякую преснятину, а у меня просто нет времени все читать, ведь хотелось поделиться с прихожанами вашими книгами. Задерживает меня следующее. Кто-нибудь не поймет то или другое. Кому обращаться за пояснением? Ко мне? И так, думая, видя благословение какого-нибудь духовного лица, успокаиваешься. В тот день получил книги протоиерея Александра Шаргунова, которого я лично знаю. И что же вижу? На первой странице по благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Алексия. Коротко и ясно. Ищу всегда кого-нибудь, который ответственен за свое издательство. Так что не сердитесь на меня, если хотите продолжать посылать свои книги, посылайте, но мне скоро не будет воздуха в квартире. Все комнаты завалены книгами, особенно из России. Они такие тяжелые, вроде ваших. Храни вас Господь Бог и Царица Небесная, ваш отец Сергий. Январь 2008 год. А можно было запросто потерять друг друга. Господь уберег от всего. Разбора книг он не мог делать, так как, вероятнее всего, ни одной и не читал. Хуже того, когда местные попы лютуют, а сами в руках мои книги не держали. Иов 23. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Притчи 18.14. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Я меньший братьев был, о Боже, и всех в дому отца моложе. Я пас отцовские стада, но руки отрока тогда псалтирь священную сложили. Персты настроили ее, и имя пресное твое на вещих струнах восхвалили. И кто о мне тебе вещал? Ты сам услышаться изволил, и сам мне ангела послал, и сам от стад отцовских взял, и на главу младую пролил, елей помазания святой. Великие братья и красивые, но неугодны пред тобой, когда к Израилю на бой на племени горделивый позвал. Я на злую речь пошел врагу с тобою верной. Меня он проклял всею скверной, но я исторгну вражий меч и исполина обезглавил, имя Господа прославил. Лев Александрович Мэй.